Приветствую, друзья, вас на своем канале, на платформе YouTube. Рад вас всех видеть. Я надеюсь, вы тоже. Сегодня я бы хотел бы с вами поговорить, точнее, дать немножко больше информации о своем проекте «Трансформация 1.0». Зачем я его создал, его цель и что будет дальше, что будет в последующем. Вы знаете, независимо от ничего, в нашей жизни, понятное дело, что мы все пытаемся где-то заработать, обеспечить свою семью, родителей, себя, планируем какой-то отдых, планируем покупку квартиры, машины или еще что-то. Но мы должны быть, конечно, это мое лично сугубо мнение, что мы должны быть больше, ближе к обществу, должны быть более социальными, стараться помочь тем слоям населения, которые нуждаются в этом. И для себя я всегда понимал, я был всегда среди молодежи, я всегда понимал их нужду. Часто бывает так, что есть очень талантливые, очень способные, а самое главное, молодые люди, подростки, которые имеют огромное желание проявить себя в чем-то хорошем, заняться спортом, единоборствами, другими видами, силовыми видами спорта, но не имеют возможности. В первую очередь это финансовые, отсутствие финансов каких-то, элементарно оплатить даже свой зал, купить какой-то спортпит, оплатить услуги тренера, ну и так далее. Ну и, соответственно, я часто думал о том, что я хотел бы выделить какое-то свое время в течение недели, чтобы я мог передать, показать, обучить кого-то тому, чему я сам обучился за столько лет, тот опыт передать. И в моей голове, конечно, я мог просто предложить своим каким-то знакомым, их детям, каким-то знакомым молодым людям, девушкам, ребятам, просто приходить в зал, заниматься, тренироваться под моим руководством. Но я подумал, почему бы мне не сделать это в виде большого проекта, где бы большее количество людей могли бы принять участие. И каждый бы получил бы шанс честный, доступный участвовать в данном проекте. В связи с этим я долго думал, чертил в голове этот проект, ну и в итоге у нас есть проект «Трансформация 1.0». 20 числа мы запустили, значит, данный проект посредством Instagram. Мы объявили, выставили пост, я выставил пост, вкратце рассказал условия данного проекта и что необходимо делать для того, чтобы принять участие. В первую очередь необходимо было подписаться на мою страницу в Instagram. Второе условие – это выставить в своем сторисе пост о проекте «Трансформация 1.0». Третье условие – в комментариях к данному посту написать слово «участвую». Таким образом, вы входите в список участников данного проекта. Выбор пал именно таким образом, что на данный проект я беру двух участников, независимо это будет мужского пола или женского пола участник. Я беру двух участников. Каким образом? 25 числа в 8 часов вечера, 25 января, путем генерации случайных чисел программы Random, мы внесем все никнеймы из Instagram, всех участников, которые выполнили все три условия, мы внесем их в программу. И пусть сама система путем генерации случайных чисел выберет этих двух счастливых людей, двух участников, которые с 1 февраля по 31 марта в течение 2 месяцев под моим руководством совершенно бесплатно будут заниматься в тренажерном зале, также совершенно бесплатно. Также с моей стороны будет предоставлена программа питания, которой они должны будут, это обязательно из условия, придерживаться. Что требуется от будущих участников, от двух этих участников, которые будут заниматься под моим руководством? Самое главное – это дисциплина.
посещение всех тренировок, приходить вовремя, не пропускать тренировки. Бывают форс-мажоры, я понимаю, максимум, что вы можете себе позволить, это отсутствовать в течение месяца на двух тренировок. Иначе нам придется с вами попрощаться. Согласие на фото и видеосъемку, на предоставление интервью нашему каналу, свои впечатления. Я думаю, это интересно будет и участникам. Это покажет и проэкзаменует их медийность, я думаю. И это будет какой-то экзамен, какой-то новый, какие-то впечатления, какие-то новые, новое какое-то направление. В связи с этим я всех уже, кто выполнил три условия, участников поздравляю. Вы уже в списке. Остается дождаться завтрашнего дня, 25 числа, 8 часов в прямой линии в Инстаграм, в прямом эфире. Все это будет онлайн транслироваться, чтобы не было подозрений того, что кого-то там обделили, выбрали своих и так далее. Вы сами увидите, что генерация случайных чисел, рандом, определит двух участников, которых мы никто не выбирает, никто не знает. Я желаю всем удачи. Независимо от того, что если вы даже не проходите, если вдруг таковое случится, никогда не опускайте руки, занимайтесь спортом, участвуйте в таких конкурсах. Забегая вперед, хочу сказать, что по окончанию этих двух месяцев проекта «Трансформация 1.0» я запускаю новый проект, уже он подготавливается, «Трансформация 2.0», в рамках которого мы уже выберем пятерых участников, которые в рамках данного проекта «Трансформация 2.0» будут в течение 3 месяца под моим руководством совершенно бесплатно заниматься в тренажерном зале, также бесплатно, с предоставлением программы питания. Ну и самое главное, что важное, у нас есть уже спонсор, который предоставит на эти 3 месяца всем пятерым участникам «Спортпит», обеспечит их на 3 месяца спортивным питанием, необходимым спортивным питанием, которое необходимо будет в рамках тренировок, в рамках занятий в течение этих 3 месяца. Поэтому желаю удачи еще раз, участвуйте, не опускайте руки, занимайтесь спортом. Спорт всегда должен быть в вашей жизни, он, по крайней мере, вас будет постоянно отвлекать от каких-то проблем, от каких-то сложностей, тягот и трудностей в нашей жизни. Старайтесь заниматься чем угодно, не имеет значения, фитнес, бодибилдинг, единоборство, что бы там ни было. Главное быть всегда в спорте. Всем удачи, пока-пока, увидимся на моем канале.